К другим темам. 5 человек стали жертвами наводнения и оползней в центральной части Шри-Ланки. Среди них 3 детей. Еще 5 пропали без вести. Пострадали город Бадула и остров Каративу. Там затоплено больше 600 домов, сельхозугодий и чайной плантации. Приостановлено движение поездов, эвакуированы 3000 человек. В поисково-спасательных работах задействованы авиация и военно-морские силы. По данным метеорологов, непогода вызвана циклоном в Бенгальском заливе.